Всем привет, ребятки, мои подписчики, все. Всем привет. Сегодня хочу поговорить с вами на такой важный аспект нашей жизни, на важную такую тему, чем отличаются наши люди совковые, то есть украинцы, молдаване, россияне и так далее, от западных людей. Натолкнула меня на эту тему один такой небольшой факт. Это то, что люди пишут в комментариях. В частности, не только мне, но и в других комментариях, к другим роликам, которые я, ну, регулярно просматриваю на YouTube и читаю. И у меня сложилось такое впечатление, что наши люди какие-то дебильные. Вот без обид, конечно, украинцы, россияне и молдаване. Но вы реально какие-то дебилы. Ну не все, конечно, я не хочу всех под одну гребенку. Но знаете, как говорил один умный человек, писатель какой-то российский, что не помню фамилию. Он говорил о том, что не глупо обсирать всю нацию. Есть много хороших, плохих людей, но большинство определяет, понимаете, эту нацию. И когда большинство, когда 90% комментариев это срач постоянный и какие-то обзывания постоянные, какие-то недовольства, такое ощущение, что в наших людях выходит какое-то дерьмо из них, которое в них плещется внутри. Потому что среди поляков, например, я, ну, если процентов, может, 5-10 видел таких людей, которые там писали какую-то гадость, но процентов 90 людей пишут именно позитив. Даже если ты что-то записываешь или просто другие ролики, на другие темы люди там что-то пишут, и когда комментируют поляки, они всегда как-то поддерживают. Они всегда, или у них это в национальной идее, в национальной менталитете, в психологии. Вот они как-то поддерживают тебя, они говорят, молодец, там, ничего страшного, все у тебя получится. На любую тему, какую бы там люди ни записывали ролики, на какую бы тему это ни записывали, они как-то более позитивные, что ли. Я не знаю почему, хотя тоже многие поляки недовольны жизнью, они уезжают, они также недовольны своей властью, своим правительством, то, что там правительство ничего не делает и так далее. Хотя у них более развитая страна, и развивается она реально, и там много работы, и страна реально развивается, в отличие от СНГ нашего совка, отсталого и деградирующего. Но они как-то более доброжелательные, я не знаю, или у них такое воспитание, с детства их воспитывают, или что, но как-то по-другому. У нас же, прочитайте, вот я не совру, но почитайте любые комментарии на любое видео. Ну редко-редко, когда какое-то видео такое нейтральное, знаете, люди еще там, может, пишут что-то хорошее. В основном, ну 90% это или срач, обсирание друг друга, а ты дебил, ты козел, ты мудак. Или негатив какой-то, изливается вот негатив, прямо, вот, я не знаю, желчь вот это вот вываливается из людей, вот это все дерьмо, которое в них содержится, видно, оно вываливается на оппонентов, на других людей, которые написали комментарии. Я этого не понимаю, вот честно говоря. Или у нас все люди недовольны жизнью, и недовольны собой, и недовольны вообще всем, чем только можно. Или что такое в наших головах, что вообще творится в этих психиках наших людей. Или они все изранены, искалечены, тяжелое детство, я не знаю. Но очень много срача. Я сделал такую как бы закономерность, что наши люди, они более неуравновешены, более злые, более недовольные жизнью, более какие-то неудовлетворенные всем. Постоянно, и вот это, наверное, вот эта неудовлетворенность, она высказывается на, выплескивается на других. На других. И это можно даже заметить не только в Ютубе на комментариях. Это зайдите в любую маршрутку на просторах бывшего СНГ. Ну, может, за исключением Прибалтики. Там такого, конечно, нету. Очень мало.
Зайдите в любую маршрутку и толкните кого-то, или наступите в троллейбусе кому-то на ногу, вы услышите все, что люди о вас думают. Недовольство, особенно вот от стариков. Да и не только от стариков. Я неоднократно ощущал это и от обычных там 40-50-летних женщин и мужчин. Недовольство жизнью, какую-то раздражительность, какая-то ненависть. Я этого, честно говоря, не понимаю. Почему? Почему у вас столько дерьма? Почему вы постоянно всем недовольны? Почему вы работаете над собой? Берите как-то, я не знаю, психику свою перестраивайте. Перестраивайте свою жизнь, берите как-то взгляд, меняйте свой взгляд на положительный, на хороший, на добро в жизни. Ведь вы понимаете, что есть такое высказывание, добро не должно пройти дальше меня. То есть, если даже где-то и пришло какое-то зло, обрубайте его, дальше вас оно не должно пройти, потому что если вы его дальше начнете, ну, изливать, вы на того изливете, тот на того, на того, и пойдет. И утром, представляете, кто-то кому-то испортил настроение, и это плохое настроение пошло по всему городу. Не делайте так. Успокойтесь, возьмите, будьте мудрее, будьте умнее, и будьте добрее прежде всего. Не занимайтесь вот этой херней, потому что вы творите зло. И в общем вся страна в дерьме. Злая, недовольная жизнью, все плохо, все не так, все... Я не понимаю этого. И ладно там, если это, знаете, многие говорят мне на это, что вот, это из-за зарплаты, это из-за плохой жизни. Но когда читаешь про Руанду, про Камбоджу, про какую-то там бедные страны, они счастливые, на Кубе вон люди $20 в месяц получают, счастливые все поют и танцуют. Значит, это не от денег зависит, не от экономики, ребята. Совершенно, это зависит вот, отсюда все идет. Поэтому мой совет вам, задумайтесь, прежде всего задумайтесь. Не идите на поводу эмоций. Всегда думайте о том, что вы делаете, что вы из себя пропагандируете, что вы из себя изливаете. Поменьше смотрите Первый канал и канал 24, Россия-24. Поменьше пропагандистские вот эти каналы все смотрите. Поменьше слушайте радио политические. Программы все вот эти политические, типа 60 минут и все остальное. Потому что они... очень сильно изливают, пропагандируют людей, очень сильно от них исходит негатив. И этот негатив потом изливается на всех остальных людей. Я, например, не смотрю телевизор уже 8 лет, избавился от него. У меня есть телевизор, но я смотрю только с Ютуба какие-то фильмы или передачи через него. А самого телевидения у меня нету, я отказался от него давным-давно. И стал намного спокойнее, добрее и лучше, потому что я не смотрю рекламу, я не смотрю передачи, я не смотрю политику, я не смотрю вот эту всю гадость, не смотрю. Поэтому будьте добрее, работайте над собой и не пропагандируйте зло. В мире и так его хватает, ребята. Реально, мой вам совет. И в мире зла и так очень много, очень, просто на каждом шагу. И давайте будем добрее, давайте будем веселее, давайте будем как-то, несмотря ни на что... будем как-то излучать из себя это добро. Ведь вспомните детскую песенку из мультика. Улыбнись, и она, улыбка к тебе вернется. Помните? И улыбка, что-то там, хмурый день. А, с улыбкой хмурый день светлей. Улыбнись, и она к тебе вернется. То есть вы излучаете добро, добро и вернется к вам. Вы излучаете зло, зло вернется к вам. И не только к вам, и ко всем и остальным. То есть вы будете излучать это зло, и оно пойдет, пойдет, пойдет. Вы такие же пропагандисты, как Первый канал и все остальные. То есть лучше творите добро, излучайте это добро из себя, и все, культивируйте его в себе. Даже если вы там злые и не можете это, старайтесь. Потихоньку, постепенно улыбнитесь, будьте добрее. Это работа внутри себя. Поймите, что вот здесь все, в черепной коробочке. Работа над собой. Работайте над собой, не пропагандируйте все это дерьмо, всю эту политику, все это зло, все это. Будьте добрее и старайтесь другим излучать это добро. И тогда оно к вам вернется, и в мире все будет намного добрее, намного лучше. Всего хорошего вам, добра вам и шамайтеше.